Ассоциация инвосодействия, или попросту АИС, была создана группой спинальников в 1996 году. А начиналось все так. Сначала действительно с полного нуля. Предложение исходило от Алхаса и Милора Чалмаз, Моки, как мы его зовем. Эти двое, в общем, собрали нас, несколько человек, и объявили такую идею, что она висит в воздухе. Давайте, мол, и себе поможем, и попробуем общие проблемы как-то обозначить. Тот костяк, те люди, которые начинали центр, можно так сказать образно, Аслан и я, мы как бы это лицо вот рождения организации. Скажем, Тимур, вот персонаж тоже вашей передачи, он как бы лицо становления нашей организации. А Даур, это уже как бы вот то, что называется, когда организация состоялась. Это как бы в лицах, если посмотреть. Ну, конечно, нас намного больше, чем, вот, чем просто 4 человека. У нас в организации сегодня работает 28 человек. Это один единый организм. Это одна команда, у которой есть цель. Свою миссию АИС видит в содействии полноправного участия инвалидов в жизни общества. В своей деятельности они выделили несколько программ. Социальных служб, информационную, компьютерную программу «Белая трость», ресурсную и другие. Наверное, один из таких плюсов нашей организации – то, что мы всегда были открыты идеям и вообще открыты по сути своей. Каждый день должны и себе, и окружающим доказывать то, что мы состоялись, то, что мы растем, то, что мы развиваемся. Потому что у нас было немало как бы, и кризисных моментов в организации, и так, моменты роста и так далее. Но вопрос, мне кажется, самый главный момент в этом, во всем, это готовность, когда есть стержень. Организация уже состоялась, и давно, третий год. Я то, что вижу. А так они работают уже 6-й год и с успехом, и каждый раз дополняют друг друга, растут. Почти все ребята прошли войну. Алхаз Тхавушев в ноябре 92-го участвовал в Шромском наступлении, обслуживал противотанковый гранатомет. В момент перезарядки получил 2 пулевых ранения. Одна пуля попала в ногу, другая в позвоночник. Аслан Пициня воевал на Восточном фронте. В декабре 92-го он вместе с родными и друзьями охранял спуск в поселке Наа. 3 декабря, по его воспоминанию, шел сильный бой. До вечера обошлось без потерь, но на отходе от главной Атарской дороги одна пуля на излете зацепила Аслана. Скосила будто бы, упал без боли, вспоминает он. Да нет, немножко постояло. Главное, дыши спокойно, одну руку опусти. Спокойно. Дыши, 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 перестань. Важно видеть себя, да? Да. Напротив. Видь другую. А если стоять больно, да? Да нет, не больно. Стоишь, как на тумбах. Да. Не ощущая ног. Они какие-то налитые телеграфные столбы. Хорошо, все, присели. Спокойно, не спеша. Война началась для Тимура Зантари 18 августа 92 года. На первом танке, захваченном на Красном мосту, его определили в Нижнюю Шеру. Он участвовал во всех военных операциях. В июле 93 года был переведен в группу БМП заместителем начальника службы бронетехники. В июльской наступательной операции в Каманах на БМП подорвался на противотанковой мине. Лотария Даур воевал в группе «Удав» на Восточном фронте до марта 93 года. Автобусов 5 или 6 кузин подъехало, и ну, наступление пошли вообще. И так получилось, что двоих отрезали резко, когда они зашли, ты не смогли участвовать, значит, в битве. Им пришлось уходить, и они пошли позвать отзыбжинцев на помощь. Значит, осталось у нас 3 автомата, значит, 1 гранатомет. У одного быстро кончились патроны, и вот 2 автомата и 1 гранатомет вот, до 2 часов дня вели бой, пока не подошли отзывжинцы на поддержку. И там такой случай был, знаешь, очень примечательный. Там, если где-то в Атарах, в середине там могилы, возвышенность такая. И чтобы лучше видеть, значит, батал забежал туда, чтобы сверху видеть лучше, и, значит, вести огонь. А он от гранатомета был оглушен уже, и он не слышал пули, а я его прикрывал как бы. А я-то слышу, как пули летают вокруг, понимаешь? Ну, так Бог хранил, что ни одной царапины.
на такой возвышенности были, что, знаешь, вот, очень интересно, что вот ни одна пуля не зацепила. А он же не слышит, он просто ведет огонь и не слышит, что по нам со всех сторон стреляют. А я ему кричу, уходить надо, а он не слышит, понимаешь, уже оглохло от этого гранатомета. Ну, кое-как мы ушли, конечно, но смысл, что, знаешь, вот Бог хранил. Воюя на Восточном фронте, Даур получил свое ранение. Мы сидели как бы на возвышенности, бой шел, и гранатометом выстрелили. И прямо как бы рядом со мной пролетел, я хотел, знаешь, проследить, куда он упал. Он рядом упал, и вот эта взрывная волна как бы пошла на меня. Вот, в принципе, осколков не было, вот, сильный удар был, вот именно взрывной удар, контузия сильная была. Потом сильный холод же был, в тот год как раз вот метр с чем-то снег выпал, сильный холод, вот это вот мороз, ну, видать, слабое место уже было, глаза, и воспаление сильное пошло по глазам. Общаясь с ребятами из АИС, я уже не первый раз для себя подметила присущую им уверенность в себе, спокойствие и какую-то терпимость к окружающему миру. Пройдя серьезные испытания в жизни, они остались простыми, очень человечными, чуткими к чужим проблемам людьми. Они не ропщут на жизненные невзгоды, не винят подряды всех, а каждое утро приезжают в свой офис и делают каждодневную рутинную работу в надежде изменить свою и нашу с вами жизнь к лучшему. Целеустремленности коллектива АИС можно только позавидовать. У нас наоборот вот эти всякие трудности, перипетии, да, жизненные, они наоборот укрепляют нас как-то. Мы из вот таких кризисных ситуаций, как я себе представляю, выходим, ну, более сильными, что ли, более опытными. Мне бы хотелось, чтобы люди в нашем обществе все-таки были равноправными, и чтобы все были равны перед законом, и люди могли реализовывать себя, чтобы они не чувствовали, не ощущали какого-то давления, да, и так далее. То есть, ну, вот, то, что называется чувство внутренней свободы. Ну и, конечно, мне бы хотелось, чтобы наше государство было признанным, чтобы мы все были, жили долго и счастливо, но для этого нужно много работать. Вот, мне кажется, другой формулы нет. И тогда свершится чудо. Но чудо рукотворное. Наверное, все-таки у них больше жизни, как говорится. Они больше хотят жизни, они хотят во всем жизненных процессах участвовать, и у них это получается. Как ни странно, у них очень хорошо это получается. Своей деятельностью коллектив АИС пытается сломить негативный стереотип понимания инвалидности в обществе. Стереотип, основанный на жалости к людям с ограниченными возможностями. За 10 лет... Ничего бы и со мной тоже не произошло бы интересного, позитивного. А я много узнал, вот, и общаясь с товарищами, и в поисках нужной информации. Ничего бы не произошло, если бы так и остался бы сидеть в своих четырех стенах, сиднем, с инвалидностью ущербной и позорной, и спрятался бы от людских глаз подальше, если бы такой стереотип преобладал бы. Но даже апатия может у кого-то приключиться, но она не бесконечна, она может заканчиваться. И должен осуществляться рывок поставленной цели. За 10 лет со мной вот эта перемена произошла. Если я сидел бы дома на лаврах и так далее, таких условий нет у инвалида. У меня, не знаю, я не хочу сдаваться ни перед чем, я никого не хуже. Могу я работать, с этим никаких проблем. Я себя не считал ни сам способным что-то совершить, осуществить. Ну, выйти на улицу и поколоть дров я и сейчас пока еще не могу, но надеюсь, в будущем. К чему-то уже научилась и хочу дальше в будущем стать программистом, я думаю, и добьюсь этого. Программа «Белая трость», над которой работает в последнее время Ассоциация инвасодействия, ориентирована на инвалидов по зрению. Координатором программы является Даур Латария. В его группе инвалиды по зрению обучаются шрифту Брайля и компьютерной грамотности. Компьютер озвучивает то, что происходит на экране, а также все операции, проводимые мышкой и клавиатурой. Вот эти все четыре ряда,
все четыре ряда, это для того, чтобы написать что-то. Они, на них расположены буквы, и на последнем, на верхнем ряду расположены цифры и знаки. Для инвалидов по зрению, которые получают информацию только через телевидение и радио, такая компьютерная грамотность позволит свободно выйти в интернет и получить любую информацию. Это буква Л, моя любимая буква, потому что моя фамилия на Л. Вот три точки подряд, видишь? Да. Вот это буква Л. Вот буква К была с двумя, без серединки, а здесь три, вот буква Л. И вот потом дальше вот слова, там вот как нас научили. Вот. Если посмотреть, вот дырочки, вот видишь, вот по шесть дырочек, вот в каждой, в каждом окошечке. Когда ты закладываешь бумагу и накрываешь, вот появляются вот, вот здесь окошечки, да, и здесь пишем мы не слева, а справа налево, чтобы потом, когда перевернешь, читать слева направо. Человек, который вот это, с этой палкой пользуется, этой палкой, если увидите кого-то на дороге где-то, то обратите на человека этого внимание, в каком смысле, не мешайте ему, просто, ну, не надо там ему бежать, помогать или что, просто не мешайте ему, значит, у этого человека проблемы со зрением. Вот они вот специальные часы вот говорящие. Говорящие часы с будильником, они очень практичны и полезны. В программу социальных служб в ВАИС входит занятие лечебно-реабилитационной физкультурой. Здесь с ребятами работают опытные методисты. Даже если они, может быть, кто-то не пойдет, у кого-то нога не вырастет, кто-то не станет зрячим, зато они будут постоянно, каждый день получать физическую нагрузку, которая необходима не только инвалидам, но и каждому. Каждому здоровому человеку, я думаю, что это правильно. Для них это жизненно важно. Если мы будем иметь возможность расшириться в спортивный зал, и если мы будем иметь возможность иметь бассейн, то процесс реабилитации будет гораздо эффективнее. Да, чем на сегодняшний день мы это имеем, такую возможность. Я уже одно целое с ними. У меня не получается, потому что я даже не знаю, кто им больше нужен, я им или они мне. Но уже у нас получилось. То есть это уже один организм. Ребята с каждой программой, со своими идеями приходят к своему шефу, колхасу, и вот советуются. Естественно, каждый написал свою программу, но эти программы, благодаря этой организации, они переплетаются, они друг друга дополняют. Я же свою роль вижу в этом не только как вот в спортзале им помочь. Естественно, очень многое помогаю для того, чтобы та или иная программа действовала. Нужно их доставить до места. Естественно, это вот должен человек, который вот немножко прошел тренинг. Как поднять коляску правильно, или же провести слепого. Или же поработать с теми людьми, которые вот, ну, нуждаются в их вот просто психологическом общении. Иногда такое тоже бывает. Люди моей категории инвалидности, они обычно физическим трудом мало занимаются. То есть, ну, ходить они ходят, ноги здоровы, слава Богу, но так как не видят, они вот руками там, как бы вот мало пользуются, и поэтому вот этот тренажер дает достаточно нагрузки на грудную клетку, на мышцы рук, вот, шеи, там, ног, вот, именно ту нагрузку, которая необходима, чтобы расслаблялись мышцы. Накануне праздника, десятилетия Дня Победы, аисовцы рассуждали о пройденном десятилетнем пути и о дальнейших перспективах развития. Самое главное, это чтобы мы верили в свои силы. Вот это самое главное. То есть все может происходить. Мы вот сегодня уже как бы при слове оппозиция, у нас народ уже не плюется. Все понимают, что это нормально, это хорошо, когда есть разные мнения. И у нас даже случаются там всякие кризисы политические, там правительство уходит в отставку. Ультиматумы даже. Это показатель нашего роста, то, что общество наше развивается, и то, что действительно мы становимся более взрослыми. 10 лет после войны – это все-таки срок. Конечно, очень много возможностей было упущено, я думаю, очень многое можно было и нужно было делать по-другому, но это сейчас мы можем рассуждать, и, наверное, лет через 20-30 историки более подробно и точно это все опишут. Но это уже наша история. Теперь нам нужно думать о будущем, осознавая те ошибки, которые были совершены после военного периода. Все-таки, мне кажется, самое главное, это чтобы мы не смотрели вот в рот кому-то, да, вот, чтобы мы поняли, что мы независимы, мы имеем хороший шанс построить свое государство так, как мы хотим этого.
пожелал бы не искать на стороне виноватых. Если что-то не удается, может, недостаточно делалось. Пожелал бы строить планы и осуществлять их всем. Ну, мне кажется, вот праздник, который предстоит, да, мое такое личное ощущение, пожелание просто всем нам, чтобы он проходил, понятно, хотелось бы, чтобы это был действительно праздник. Но с другой стороны, не хотелось бы, чтобы это был такой дежурный праздник с какой-то помпой, вот с дежурными речами и так далее. Не хотелось бы, чтобы опять как бы поставили героев на постамент и любили вот этих самых, вот эти памятники, да, и при этом забывали о живых людях, о судьбах и вообще о том, что это еще и много горя, и просто, мне кажется, это действительно праздник со слезами на глазах. Здесь нам не должно изменять чувство меры, просто чувство меры. Yeah.